Во Франции начались гастроли казахстанского ансамбля виртуозов «Форте Трио». Один из самых известных коллективов в стране в честь юбилея независимости даст серию концертов. О том, как прошло первое выступление, расскажет наш парижский корреспондент Алия Сыздыкова. Это один из лучших концертных залов Парижа, в котором любой музыкант играет с особым удовольствием. Артисты трио «Форте» говорят, ощущение такое, что ты находишься внутри гигантской виолончели. Такая здесь акустика, близкая к идеальной. Под стать ей подобрали и программу. Рахманинов, Брамс, Дебюсси и наши национальные мотивы. Трио «Форте», по признанию взыскательной парижской публики, звучит так, будто сыграно десятилетиями, хотя скрипачка Шолпан Манкеева присоединилась к нему всего пару месяцев назад. То, что казахстанцы впечатлили парижан, было видно с первых минут. Очень красивая и сильная интерпретация. Большое спасибо. Нам остается только благодарить этих артистов за то, что подарили нам эту музыку, этот праздник. Ритм был исключительный. Было ощущение, что играет большой оркестр. На самом деле это три человека. Их музыка словно заставила нас вибрировать. Около двух часов удовольствия, наслаждения. Я считаю, что концерт удался. Великолепно был организован, проведен профессионально, абсолютно. Народная казахская песня «Япырай» и эпос «Кироглы» в исполнении Тимура Урманчеева, Мурата Нарбекова и Шолпан Манкеева и зазвучали с новой силой. И реакция зала это лишь подтвердила. Для нас особая честь играть во время, когда вся наша страна, Казахстан, празднует 30-летие независимости. И именно с этой датой мы связали наш турне. Мы испытываем особый подъем и гордость, что именно в эти праздничные дни мы в Париже. Гастроли государственного трио «Форте», входящего в состав казах-концерта, пройдут в Париже, Мюлузе, Нанси и завершатся в Лионе. Алия Сыздыкова, Руслан Эмиржан, Хабар 24, Париж, Франция.